смысле? Это что было сейчас? Всем привет, ребята! С вами я, Делорин Икс, и сегодня я буду записывать новый видеоролик по «Привет соседу». Я в нее сегодня буду играть, да. И, Стаси, я хочу вам сказать то, что сегодня выходит у нас Ice Cream 2. Я просто говорю, что у нас выходит Ice Cream 2. И все. И я посмотрел видеоролик, я даже могу оставить ссылку, чтобы вы посмотрели этот видос. Так что вот так. Так, у нас вот заново. Ну, я уже тут сделал, я просто не выстроил. Ну, я выстроил, просто настройки сбились. Угу. Где ты? Нет. Зачем? Кстати, вы спросите, зачем мне третья коробка? Третья коробка мне нужна для этого, чтобы разбить стекло. А вы можете только на три коробки, на две коробки забрать. Кто не знает. Ой. Так. Вставляй. Что ты будешь? Мне уже это надо снять. Так. Я очень хотела сильно записать «Привет соседа», а мне мешали. И вот сейчас я могу записать. Да блин, да что ты будешь делать? Так, отсюда это же. Вроде бы нет, так что вот так. Сегодня мы будем проходить акт первый. Акт второй мы пройдем где-то в следующих сериях. Поставься, что такое? Раньше ставился. Так, он меня заметил. Это плохо. Давай. Иди в руку, пожалуйста, сосед. Не надо записать как-то видеоролик. Он отставить от меня, да? И вы спросите, как ты записываешь «Привет соседа»? Ты что, сплагиатил видео? Нет, я вообще ничего не плагиатил. Он мне поддержал. Этот «Привет сосед» мне на этом поддержался, короче. В смысле? Вы видели это? Это прикол какой-то был сейчас. Я на один этот забрался. Так, все разбиваю. Это я нахер выкидываю. Так. И как-то. Это надо попасть, чтобы было хорошо. Давай, попадай. Же. Давай. Все. Так, я знаю, что тут ключ. Я не забыл. Это что было сейчас? Вы видели? Вот это да. Я взял и этот. Ключом! Иди в жопу. Ты иди в жопу. Давайте... А, нет. Не кину я тебя. Да. Это что было сейчас? Что это за баги были? И как он вообще разбился? Он что, как-то отлетел, что ли? Я не понял. Какая-то у меня багованная игра. Но в третьем акте... Во втором акте я с легкостью пройду, потому что я посмотрел видео у Романа Флоки, так что не трудитесь строго, что я этот
сплагиатил у него. Ну, третий акт вы мне поможете, как пройти его. Вы будете подсказывать мне в комментариях. Так. Я возьму. Так, вроде он отстал от меня. Теперь выкидываем этот ключ чертям собачьим. Теперь надо взять вот коробочку. У меня коробка здесь. У меня там. Надо достать ее. Теперь еще третью коробку. Да блин, да что ты будешь делать? Грибанутый сосед, отстань от меня. Ты меня уже задолбал. Понял? Помидором еще кидается. Кидала помидор. Тоже мне. Кстати, а представьте, было очень много этого, чтобы этот можно было. Вот, короче, 10 вот этих было, вот этих кубиков. Блин, это не кубики. Я не про коробки сейчас. Я просто, чтобы инвентарь был. А, да, инвентарь. Чтобы он был свободным. И этот. Можно было что-то взять еще. Одну вещь такую прикольную выкинуть, а другую взять. Это как-то не так. Кто сделает это разработать? Я бы хотел это, чтобы я не делал. Кстати, в прошлый раз я очень затупил с коробками. Я на стриме, по-моему, показывал вам. Каким-то нет. Теперь надо использовать. О! Потомочка. Теперь мне магнит не нужен. Вроде бы он не нужен. Теперь надо вот сюда. А, наоборот. Да, магнит не нужен. И берем наш этот. Так, лом. Я не знаю, для чего он пригодится. Но я... Знаете, как вообще придумал? Как вообще проходить? Возьмите вот эту коробку. Ну, или что-то... Любую. Какую-то вещь. Или какую-то любую вещь. Вы должны... Короче, я покажу вам. Разбить окно и вылезти, и все. Попасть в это. Как называется? В тайник. Вы, в общем-то, поняли. Ой. Да, так. Все, забирайтесь. И вот все. Так, а у меня же ключ есть, я могу. Не могу его выкинуть и разбить стекло. Вот. Просто возьмем. Берем. Ой. И разбиваем. Да, и, наверное, Hello Hide and Seek. Ну, Hello Neighbor Hide and Seek. Наверное, он очень скоро выйдет на наших андроидах. И я смогу показать вам. Где ты? Ой-ой! В смысле? Это что сейчас было? Он же там дверь только что закрыл. Это что за прикол сейчас был? Ой, это я знаю. Лучше просто идти прямо и все. Эй! Так, просто идем. О, колесико. Все, просто никуда не смотрим еще. Не, это не в том, что очень жутко, просто не надо затягивать время и все. Мне не жутко просто. Там ничего такого жуткого нет. Вы, может быть, вы знаете. Может быть, что? Что я сказал сейчас? Ладно. Так, дверь оставил, значит. Ловушка. Ты меня не обхитришь, дурень. Все, я в этом. Теперь нам, короче, а, у меня все инвентарь. Так, открываем наши двери. Ага. Так.
Теперь нам надо сюда. Так, это мы открываем. И вам надо найти, в общем-то, коробки. Ну или что-то другое. Я сейчас чуть не орал, потому что... Я не родаки, Барт уже лапывать на мой нахер. Второй акт в следующий раз пройдем, если вы соберете 20 лайков. Я только прошел 20 лайков. Когда вы соберете 20 лайков, я выпущу про второй акт. Вы соберете 20 лайков? Может быть, и соберете. Так, берем. И коробки тоже надо найти. Так. Не сюда, если что, надо забираться. Кстати, я здесь не был. Так, это мы сюда кладем. И мы ищем коробочку. Так, коробочек тут нет. Ну хорошо, коробочек тут нет, надо искать в других местах. Не обращайте внимания, это просто мама пришла. Ладно. Так, если что, тут сосед есть. И так что надо быть аккуратными. Так. Так, можно взять? О, можно. Кирпичики можно взять. Так. Так, тут у нас ничего нет, хотя дичь у нас. Теперь как-то надо туда забраться. Надо просто, надо найти просто эти. Блин, как их не бывает. Блин, коробки. Выбросить. И... Так. Так. О-хей. Ничего себе. А вот один при... Ой, зачем я вот так зашел? Я могу бы и по-другому. С хохитом. Офигеть. Так, сейчас... Да блин, да что такое? О боже. Вы это видели? Что-то сейчас было. Что это за чертовщина была? Вы это видели? Серьезно? О, можем это взять. Так, коробок у меня нет. Я нашел коробку. Я нашел коробки. Это круто. Так, две коробки у нас как раз таки и достаточно. И все. Две коробки, это хорошо. Главное сейчас кто? Ну что, не видит? Ой. Он меня не видит. В смысле? Ну так как? Так, блин. А, сюда. Так, давайте вот сделаем так. Так. Все, он сюда не зайдет, а может быть, он его сразу. Так. Опа. Ставим один. Блин. Телевизор, ты где? А, вот. Давайте сначала телевизор. Чтобы было удобнее. Давайте ставим телевизор. Ай-яй-яй. Перестань. Так. Кстати, а как туда забраться? Вот, с другой стороны. Да блин, да что ж ты будешь делать? Может, давайте с этого начнем? Давай.
Да что с такое? Вот что с такое? Что? Я как маленький ребенок сказал. Это. Так. Да блин, что ж такое? Давайте сначала коробки. И с коробками что-то не то. Или со мной что-то не то. Оп! Ну вообще сможем было даже. А ну! Давай! Ес! Ну блин, телевизор! Да вы что, издеваетесь? Ладно, сейчас. Я просто очень сильно тупой. Ой. Так. Да блин, да что такое? Сейчас. Ладно. Сейчас возьмем эти. Ага. Так, блин. Да задолбали меня уже. Да что такое? Что происходит? Что происходит? Подождите, я попробую забраться как. Ребята, я все-таки забрался. Сейчас нам просто надо вырубить вот это. И мы откроем. Так, и мы вот так забираемся. Ай! 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 Все. О, вы видели это? Я вообще не обратно не похож. Так, открываем. Открываем. Быстрее бежим. И нам это. Короче, надо отсюда. Конечно, мы не сможем открыть. Это я знаю. Ну все, у нас акт второй. Так. Акт второй. Ну, мы продолжим это в следующих сериях. Когда вы соберете 20 лайков, я уже сниму новое видео по привет соседу. Но я с вами прощаюсь. С вами я, Делорин Икс. Всем пока. До встречи, пока. И до нового ролика айскрима и привет соседа. Всем пока.